Всем привет! Сегодня приготовлю сочный и очень нежный салат, который можно готовить хоть каждый день. Он вполне может стать изюминкой любого праздничного стола. Салат, который называется «Лямур тужур». Для приготовления салата нам понадобится болгарский перец, 2 помидора, 2 зубчика чеснока, твердый сыр 300 грамм, укроп, 300 грамм крабовых палочек и банка консервированной кукурузы. У меня 400 грамм. Приступим к приготовлению. Режем небольшими кубиками крабовые палочки 300 грамм. И отправляем в глубокую тарелку. Мелко режем кусочками 2 свежих помидора и отправляем крабовым палочкам. Убираем зеленую сердцевину с чеснока, чтобы не было едкого запаха чеснока. Трем чеснок на мелкой терке. Также на мелкой терке трем сыр 300 грамм. Чистим болгарский перец и режем небольшими кусочками или полосочками. Мелко режу пучок укропа и добавляю в салат. Туда же отправляю консервированную кукурузу, предварительно сливая водичку. Добавляем 2-3 столовые ложки майонеза и хорошенечко все перемешиваем. Выкладываем салат в тарелку. Сверху на салат выкладываем болгарский перец. Можно перец перемешать вместе с остальными ингредиентами. Салат получается очень вкусный. Настолько все продукты сочетаются между собой, делаю его очень часто. Всем домашним он нравится. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Жду ваши комментарии. Для меня они очень важны. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик и не пропускайте новые видео. Делитесь видео со своими друзьями. Желаю всем приятного аппетита. Будьте здоровы и до скорых встреч!